Нижегородец Ренат Козлов давно хотел открыть свое дело. Юрист по образованию, за время пандемии к нему часто обращались знакомые с просьбой помочь в оформлении тех или иных документов. И вот Ренат надумал открыть свою юридическую фирму. Полагаются ли ему какие-нибудь льготы? Как подобрать кадры, разработать товарный знак и как грамотно составить бизнес-план? Все это Ренату подсказали тут, в автозаводском филиале центра «Мой бизнес». Все очень понравилось, быстро. В Нижнем Новгороде центр «Мой бизнес» работает по адресу улица Академика Сахарова, дом 4. А его филиалы на Рождественской, 34Б и Большой Покровской, 15. Этот новый филиал открыли на проспекте Ильича, дом 2. Офис начал работать неделю назад, но желающих получить консультацию уже немало. Окна «Мой бизнес» помогают решить действующим предпринимателям и начинающим предпринимателям в развитии их дела. Очень много звонков, да, потому что пострадали у нас все. В общей сложности в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе уже открыто около 30 точек «Моего бизнеса». Услуги предоставляются по принципу одного окна. В одном месте предприниматели могут получить всю необходимую информацию об открытии и ведении бизнеса. Во время пандемии консультации проводятся и по телефону. Так, с начала работы колл-центра нижегородские предприниматели получили более 200 тысяч консультаций. Это позволило им воспользоваться региональной антикризисной поддержкой на сумму 1 200 000 000 рублей. Минэкономразвития России подводил итоги, и по охвату услугами предпринимательского сообщества мы занимаем первое место в стране. Обратиться в филиалы центра «Мой бизнес» могут все желающие по предварительной записи. Кроме того, интересующий вопрос проведения своего дела по-прежнему можно задать и по телефону горячей линии. Его вы видите на экране. Наталья Лисова, Алексей Завылов. Время новостей.